Что-то я кого-то ошпарился. Завершился последний этап чемпионата. 15-й этап СВС Карткоу Кап 2019. Он закончился для меня на 7-м месте. Первый заезд я завершил на 6-м. Не хватало темпа, но все же я сохранил позицию стартовую на финише. На втором заезде крайне отвратительный старт. Я проваливаюсь на одну позицию назад, и меня еще сзади поддевают соперники и разворачивают. Я еду последним, к концу гонки практически догоняю впереди идущего соперника, и все же не удается его опередить, но штраф одного из соперников отбрасывает его назад, и я финиширую 9-м по итогам классификации второго заезда. А уже финал, третий, я стартую с последнего места и заканчиваю заезд на 4-м месте. Позади Руленко Дмитрия. А по итогам всей гонки, всего этапа занимаю 7-е место. Сезон завершен, ждем награждения.